Так, 17 января 2020 год. Харьков. Подарили мне фотоаппарат. И теперь этому зеркальному монстру пытаюсь ладу дать. Ничего более пестрого, яркого в округе не увидел. Да, аппаратик, конечно, в панику меня ввергает своей сложностью на фоне мыльниц, которые у меня были с несменными объективами. Это, конечно, какое-то чудовище. С таким количеством кнопочек, переключателей и функций. Что попросту теряешься. Я уже не говорю о том, что издает он звуки каких-то работающих механизмов. Очевидно, не самых маленьких. И вообще, вес 600 грамм. Такой довольно солидный аппаратище. Ладно, 17 января, крещенские морозы, плюс 5 у нас в Харькове. И такой зимы еще не было. Чтобы в середине зимы не было еще и пары дней снега, полтора месяца зимы, и на елку люди на скейтах ехали. Не шучу. На площадь Свободы.